Расул Мирзаев. Спортсмен беседовал с девушкой, а Иван развлекался тем, что катал по асфальту игрушечную машину на дистанционном управлении. Молодой человек в шутку предложил девушке прокатиться, что, видимо, вызвало недовольство Расула. Тот предложил Агафонову прокатить его самого и, судя по описанию беседы, провоцировал столкновение. Молодой человек также шутя ответил: «Садись». Спортсмен с силой ударил ногой по машинке. Возмущенный... Оба! Авария! Авария! Куда он залез, Боря? Вот, поехал. Трамвай. Ну, трамвай на красный ехал, кстати говоря. Да. Да. Мы же стали, а трамвай куда поехал? Ой, я снял все, у меня все снято. У меня все снято. Ты снял, Боря? Да, у меня снято все, да. Так что могу помочь. Ну-ка, номер девчонки. Где ты, по-моему, сидишь? Молодая. Ой, дым пошел. Ой, дым пошел. Маленькая машина, как называется? Да, номер, запомни, Нина, номер. Ой. Желтая машина. Ну, сейчас, наверное, не видно. Да, сейчас. N260AT. N260AT.